Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Пир Богов. Сегодня мы с вами приготовим три простые, но очень вкусные закуски. Для первой закуски нам понадобится 200 грамм колбасы сервелат, 300 грамм хлеба, 100 грамм майонеза, 2 соленых огурца и 1 зубчик чеснока. В майонез выдавливаем чеснок. Все хорошо перемешиваем и оставляем настояться. По желанию можно использовать больше чеснока. Тонко нарезаем сервелат. Для этой закуски постарайтесь выбрать очень хороший сервелат. Следом нарезаем наши любимые соленые огурчики. Мне солила моя бабушка. Нарезаем хлеб. Подсушиваем на сухой сковороде, либо в тостере. Подсушенный золотистый хлеб разрезаем на 4 части. Сверху тонко смазываем майонезом, кладем колбаску, огурчик и радуемся вкусному бутерброду. Вот такие простые и очень вкусные бутерброды мы готовим на каждое застолье, и они улетают одними из первых. Для второй закуски нам понадобится 1 соленый огурец, 1 яйцо, полбанки печени трески и половина батона. Лучше использовать багет. На третью закуску нам понадобится 2 помидора, 1 яйцо, 1 столовая ложка майонеза и половина батона. Но, конечно же, лучше багета. Нарезаем батон. Из одного батона я сделаю 2 вида закусок. Нарезанные кусочки батона подсушиваем на сковороде или в тостере. Нарезаем кольцами помидор. Я сейчас подготовлю тарелку из 2 закусок. На расчеты продуктов даны на 2 такие тарелки. Яйцо мелко рубим. Так как у меня батон очень большой, а не багет, я его буду разрезать на 2 части. Одна половинка будет чуть больше, чтобы на нее поместился кружок помидора. Кусочек смазываем майонезом и сверху кладем кружок помидора. Сверху присыпаем яйцом. Несмотря на майонез, это очень легкая закуска. Для следующей закуски мелко рубим яйцо и нарезаем огурец. Смешиваем яйцо, огурец и паштет. Намазываем сверху батон нашим новым паштетом. Соленый огурец придает особую пикантность нашим бутербродам. Сверху можно украсить зеленью или кусочками соленого огурца или оливок. Вот такие разные и очень красивые закуски у нас с вами получились. Благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. Всего вам хорошего.